последний взрыв, он из расфокуса в фокус приходит. Сейчас мы его положим в фокус, куда он должен упасть. И он потом уйдет на исходную, и он прям придет сюда. Интересная профессия. Артист кино. Ты можешь прожить столько разных судеб, жизней, что уникально. Они пересекаются в эту сторону, а ты пересекаешь в эту, Сашкину линию. Вот сейчас вот лежа в снегу, да, на морозе, минус 17, вроде не так уж и много это, да? Сняли кадр, померз чуть-чуть и пошел греться. Подними, Борис, подними меня. Попробуй его забороть. Подними, оп, еще разок, еще ножками, ножками, да. Забороть его попробуй, будет эффективнее. Он хотя бы весь разогреется, попробуй Андрюху забороть. Да нормально. А вот во время войны не было же такого, что все, стоп, снят, иди грейся. В снегу лежали, замерзали насмерть. Шевелится. Огонь! Ну, это как МГ-42, в принципе, это югославский вариант, который после войны делался. А патроны холостые, Алексей Николаевич? Ну, если бы были боевые. Ну, мы сегодня снимаем кино, конечно, холостое. Все, пока. Ух, ни хрена себе. Ядер, все, счастливо. Ну, чтобы было видно, пулемет мы сейчас его вытащим чуть побольше. И вот здесь будет Саня у нас лежать. Вот здесь. Бах! 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 Раньше падай. Герой. И ну, большая честь, конечно. Есть. Все отлично. Смена завершена. Всем спасибо! Ура! Мы победили!